СМИ. Оксфорд и Кембридж инвестировали в офшорные фонды. Оба университета вложили десятки миллионов фунтов в компании на Каймановых островах. Британские университеты Оксфорд и Кембридж инвестировали в офшорные фонды десятки миллионов фунтов, пишет The Guardian с ссылкой на данные офшорного досье Paradise Papers. Отмечается, что оба университета инвестировали в компании, зарегистрированные на Каймановых островах, в том числе в фонд Color International Partners V, который был крупнейшим в своем роде. Представители Кембриджа на просьбу прокомментировать результаты расследования отметили, что университеты относятся к категории благотворительных учреждений и по этой причине, как правило, не должны платить налоги. В Оксфорде заявили, что офшорные вложения обычно используются в инвестиционной области, в том числе, в сфере высшего образования во всем мире. Напомним, Международный консорциум журналистских расследований 5 ноября опубликовал материалы под названием «Paradise Papers» о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компания Apple и Uber. По данным СМИ, самые богатые люди планеты спрятали в офшорах почти 8 триллионов евро. В новом офшорном скандале засветилась Apple. По материалам сайта newsgra.com.